Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. В этом видео мы вам покажем, как можно победить проблему на V221. Это зависание блоков в дверях. При этом перестает работать стеклоподъемник, как правило. Никак не реагирует. 99% помогает просто прошивка обновления софта в блоке. И все начинает снова функционировать как надо. Запускаем наш Xcentry, подключаемся к машине, выбираем наш автомобиль, в данном случае это у нас V221-420 S-класс, и подключаемся к карте дверного блока. В данном случае у нас карта передней левой водительской двери. Как мы видели на видео, у нас не работает. Стеклоподъемник не реагирует, на кнопку нажимаем. Также бывают проблемы с закрытием двери. Ждем, пока подключится. В данном случае у нас машина через DAS будет прошиваться. Версия Xcentry у нас 20.21.3 с DAS офлайном. Напоминаю, что, ребят, нужно грамотно активировать DAS offline, иначе вы просто не увидите никаких прошивок в вашей части. DAS offline у вас будет, а видите, он прошивки не будет, потому что это важно. Выбираем нашу дверь левую, блок передней левой двери, называется у нас ТСГ. Сейчас мы будем производить обновление блока, вывод его из состояния зависания. Видим наши прошивки, не забываем подписываться на канал. Еще раз повторяю, на 2021 версии очень важно грамотно сделать офлайн программирование, то есть закинуть нужные файлики в правильной последовательности, никаких кривых файлов, которые, как правило, приведут к тому, что просто ничего не будет видеть. Будет показывать, что у вас последнее обновление стоит. На самом деле это не так в 90% случаев. Вот видим, что у нас новые прошивки есть для этого блока. Нажимаем «Да». Здесь пишем любое, что хотите, 1, 2, 3. Как правило, мы пишем update. И начинается прошивка. Блок прошивается очень быстро, буквально там пару минут. Ждем, пока прошьется блок. Советую также прошить и на остальных дверях блоки, чтобы не было в последующем проблемы с зависанием. Повторяю, в 99% случаев это помогает решить проблему со стеклоподъемниками. Глюки по двери уходят. Блок возвращается в штатную работу и функционирует как положено. Еще раз повторяю, частая болезнь 221 кузовов. Ждем завершения. Сброс блока произойдет, ресет. Очищается память неисправностей. При этом попросит выключить зажигание. Можно галочку снять вверху.
Также потом вернуть в исходное положение, поставить обратно галочку имитации включения зажигания. Напоминаю, что пастру не работает без этой дополнительной функции. Не забывайте подписывайтесь на канал, ставить лайки, пишите комментарии. На этом у нас все. Блок у нас возвращается в рабочее состояние. Да, не забудьте обучить обязательно. Стеклоподъемник нужно включить зажигание, опустить его до конца вниз и поднять до конца вниз. Проверяем. Стеклоподъемник работу. Спасибо всем за внимание. Подписываемся на наш канал, ставим лайки. Пишем в комментариях, что вы хотите еще увидеть на нашем канале. Всего доброго!